Когда Кевин Ингстер выходит из дома на работу, он пользуется именно этим средством. Своим личным эйрбордом. Обычно она вызывает улыбку. Это первое в мире индивидуальное средство передвижения на воздушной подушке. Эта машина не очень практична. Ощущение, будто вы скользите по льду, управлять ей непросто, но зато это огромное удовольствие. Получив приз Западной Австралии за лучшую инновацию, Кевин не остановился. Я начал изобретать еще в детстве. Мне очень нравилось что-то собирать, это странно. Идея эйрборда впервые появилась еще на Олимпиаде. Моими изобретениями заинтересовались еще в 2000-м, когда мы принимали Олимпиаду. Организаторы попросили меня помочь им. Под впечатлением ховербордов из фильма «Назад в будущее» Кевин решил попробовать воплотить мечту в жизнь. И вот что получилось. Это была одна из первых моделей эйрборда. Корпус сделан из стекловолокна, подушка была сделана из камеры от трактора. После Олимпиады проект стал спонсироваться, и мы сделали вот эту модель. Стекловолокно и качественная резиновая подушка. Вскоре у нас возникли серьезные проблемы со стекловолокном, оно быстро изнашивалось. Тогда следующую версию мы изготовили из твердого пластика. Управлять ей было просто. Зеленая ручка — газ, красная — тормоз. Кевин продолжал модернизировать свои идеи. Чем больше была подушка, тем меньше вам нужно было подъемной силы. Наши машинки всегда были маленькие, поэтому нам нужны были мощные моторы. Нам приходилось идти в ногу с технологиями. В корпусе этой машины кроется мотор мощностью 9 лошадиных сил, соединенные с большим вентилятором. Вентилятор наполняет подушку воздухом, и доска поднимается. Максимально возможная скорость 25 км в час. А для маневрирования? На дне доски установлены вот такие вот щетки. Если вы наклоняете корпус в сторону, щетка касается земли, сила трения увеличивается, аппарат поворачивает. Если нажать очень сильно, она будет крутиться вокруг себя. Тормозная система тоже продумана до мелочей. С тормозами нам пришлось повозиться. Когда вы тормозите, клапан в подушке открывается, воздух выходит, и вы как будто проседаете. Это почти мгновенно останавливает доску. Помимо собственного удовольствия, Кевин занимается продажей эйрбордов. В разных частях мира эти средства используют по-разному. Они называются ховерсотер. Есть специальная модель для очистки двора. Подушка всасывает воздух в систему фильтрации, которая отделяет воду от грязи. Какое разностороннее изобретение. Но если вы не очень любите убираться во дворе, вам лучше купить классическую модель.